Каждый победитель и призер состязания получит не только медаль и грамоту, но и денежный приз от 1 до 8 тысяч евро, в зависимости от места на пьедестале почета. Судить соревнования будут 7 судей международного класса. Гонка чемпионов продлится 2 дня – 21 и 22 сентября. Уже сегодня именитые спортсмены со всех континентов прилетают в краевую столицу. Там спортсмены с Канады, с Японии, с Австралии, с Новой Зеландии, с Ирана, с Грузии, с Турции, с Европы, с Великобритании, с Португалии, с Германии, отовсюду, с Венгрии, то есть практически со всего мира. Вот, располагаются все абсолютно участники, располагаются в гостинице «Барнаул». Там хорошие условия. Кое-кто из почетных гостей уже успел оценить спортивную артерию Барнаула. По их словам, она ничуть не уступает олимпийскому уровню. Сейчас это все происходит в Барнауле, а не там, в Европе или где-то. И с точки зрения этого все, это очень важно. Все как по критериям, все как полагается. Вот система старта, лодок, инвентарь и так далее, окружение, все как по международным стандартам. Для зрителей тоже предусмотрен бонус. Есть шанс выиграть новенький Hyundai. Каждому болельщику при входе на гребной канал выдадут браслеты. По ним в субботу вечером и разыграют автомобиль. А еще в заключительный день соревнований для зрителей организуют бесплатную доставку к гребному каналу. Автобусы будут курсировать от здания молодежного театра до места соревнований и обратно с 3 часов дня до 9 вечера каждые 15 минут. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости.